Банде Гуру Пададвандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ваншакалпатарувасья Кипасинду Бхавача Патитанам Павунебхьо Вайшнавебхьо Намо Намо Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндаваи Тулсидеваи Пиаваи Кешвасача Шнавакти Паде Деви Саттваттваи Намо Намо Нараяна Намаскитта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасшо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварун Дхейям сада парибхавагна мавиштадухам Тетхас падам сива виринчанутам сараньям Виттатихам панутопал бхавадипутам Банде махапурушате чарнар виндам Ят пада паллавана качандамани чатая Виспуржита кимапигавадушвадарши Пурнанурагра сосагра сарамурти сарадикамуи када кипан прос. Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhato, Sankirtanai Kavitaro Kamala Yatakshu. Вишам бару дижа бару жугодхарма пало банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипарупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прияманонго мадапарам Варанаси пурвати бхажави шанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир жаша ча бхакшаси Жаша асти хитай самбит Твам Нисингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Жева Майше Кито Саухидартха
Janeshu Dehantara Vartikeshu Geheshu Jayatma Jarati Matsu Napriti Yukta Javadartha Shaloke Jeva Maishe Kitasohidartha Janeshu Dehantara Vartikeshu Geheshu Jayatma Jarati Matsu Na priti yukta javadartha shalokhe. Gauriya Goshthipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagat Guru said that Gauriya Goshthipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada говорит, что настоящий саду может видеть настоящий тику. Прошлое, настоящее и будущее. Шрила Прабхупад говорит, что садха может видеть последствия любой ситуации. То, что кто-то делает, или мы делаем, или он делает, или еще кто-то, он может понять все. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру говорит, что настоящий садха может видеть прошлое, настоящее, будущее, последствия любых действий, далеко идущие последствия того, что происходит сейчас. И поэтому всегда люди, ну и садху пытаются как-то помочь людям, предостеречь от чего-то, но не все готовы слушать. И вот обусловленные души обычно не готовы слушать то, что Гуру Вайшнавы советует им. И мы, жадные люди, но не то, что скупые, не те, кто очень сильно экономит деньги. А настоящие скупые, те, кто боятся предложить себя лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана, в этом проблема. И это зовется вот как раз скупостью. Вчера я говорил. Беден, даридро. Бхагаван Си Кришна говорит Удаве, о Удав, те, кто чувствует неудовлетворенность, если вы чувствуете какую-то неудовлетворенность, так или иначе, это даридро зовется. Если посмотреть на какого-то настоящего саду, можно посмотреть, какое-то сияние от них исходит, какое-то блаженство. Никакой неудовлетворенности нет, что бы ни случалось. Даридро ясту асантушто кипано ту ажитендрия. Даридро ясту асантушто, who is feeling dissatisfaction, is даридро poor. Кто такие даридро? Скупцы и те, кто не способны контролировать свои чувства, аджитендри. Is failure to get control over his sense of. Is failure to get control of his sense of mind going somewhere. Ум куда-то идет. Mind going this way, half some part going to America, some part going to. И вот их ум беспокоен постоянно, скитается по разным местам. In his native land, previously
думает о родственниках, родителях и всем остальном, кроме Верховного Господа. И вот если мы не сможем сконцентрировать свой ум полностью, Ajitendriya. Totally failure to get control over sense organ and mind. If you И вот если мы помним, if you are failure to give total, whatever you have, you think I have something, this, that, whatever you think, together with that, total, if you can offer you unto the Lord Sri Bhagavan, then you can get Bhagavan. If there is some 0.001% shortage, И вот если вы не сможете полностью, без остатка, предложить себя Верховному Господу, даже если 1% останется, все же мы не сможем обрести Бхагавана. Если мы не сможем полностью предать себя, предложить себя Бхагавану, все, со всем, что у нас есть. Даже наше тело, нельзя сказать, что наше, мы заняли его у Майи, у Пракрити. И нужно будет его вернуть, когда время придет, мы не можем его оставить. И вот до тех пор, пока мы не можем предложить себя лотосным стопам Бхагавана, вопрос о обретении Бхагавана не возникнет. Будем пытаться совершать баджан бесконечное количество жизни. И вот мы совершаем киртан, и поэтому мы не думаем. Manasa deho geho yo kichu moro orpino tuva pade nando kisho. He speaking. Manasa deho geho yo kichu moro orpino tuva pade nando kisho. He speaking. I am going to give everything to you, but not give. He is going to cheat Gurudev. He is going to cheat Gurudev. He is going to cheat Bhagavan Nityananda. Некоторые пытаются обмануть Гуру Вайшнавов, но Гуру Вайшнавы знают все. Невозможно их обмануть. Если мы пытаемся удовлетворить Гуру Вайшнава Бхагавана, и они автоматически поймут. Гуру Падпадма не мог посвятить достаточно времени мне, поскольку он всегда был занят, но все же он дал мне некое учение внутри моего сердца, и также не только снаружи. Он был очень занят, и поэтому, конечно, звал меня как достаточно часто. Мы говорили, но не все время. Но все в сердце, не то что и в сердце, своим поведением Сиддханта и Харикатхою. Он дал нам это учение. Шакчила Прабхупад ушел из этого мира, но все же он остался в своем учении, в своих книгах. И вот те, кто предлагают все, Бхагаван может тоже принять. Если мы предались полностью Бхагавану, Бхагаван нам ответит тем же.
И поэтому здесь скупец значит тот, кто не может предложить себя лотосным стопам Бхагавана, он чего-то боится, чего-то боится, и сам полностью отдаст себя Бхагавану, что останется, он так думает. И Гуру Кишодас Бабаджи Махарадж, он очень часто говорил, чтобы, ну такая это индийская традиция, пытаться как-то совладать с умом. То есть контролировать ум не так просто, не все могут. Manashiksha, not a matter of joke. Manashiksha. Manashiksha. What a great task. If Manashiksha. Книга такая Манашикша, как дрессировать ум. Но для некоторых людей это тяжело, для них это написано. И вот в обусловленном состоянии иногда мы думаем, я великий вайшнав, говорю столько лекций, весь мир слушает меня. Кто-то думает иногда так, но те, кто чистые вайшнавы, чем больше они говорят, тем больше смирения обретают. И вот признак чистого преданного. Шрила Прабхупада говорил в Упанишадамрите, можно открыть ее и найти. Тот, кто непрерывно занят прославлением Бхагавана, даже во сне, занят прославлением Гуру Вайшнав и Бхагавана, он на саду, на Бенгале говорится. Но иногда мы думаем, столько проповеди, что ну, кто-то про себя может думать, что какой великий саду, весь мир слушает меня, но чистый саду никогда не думает так. Настоящий саду, он очень смирен. Но опять же, тут важно быть честным перед собой и перед остальными. В дживе есть склонность обманывать себя. And you have your tendency to cheat others. Well, total preaching field. И вот
I mean the sole responsibility resting under the lotus feet of Nityananda. Шрила Прабхупада много раз говорил, вы знаете, люди, о, джентльмены, знаете ли вы, как ваша Анявилас приходит, каким образом, когда, как, у вас нет представления. Как, где, каким образом Анябхилаш приходит и оскверняет ваше сердце. Может, весь мир не может понять, но чистый саду, если посмотрит на ваши глаза, он поймет. Наш кто, Тривикра Махарадж, не знаю почему, но очень любил меня. И вот Тривикра Махарадж, он говорил обычно, я нахожусь на Вьясасане с Бхагаватом, он смотрел на мои попытки, на мой энтузиазм публиковать книги и благословил меня, что Баба, не думай, то, что нужно сделать, Бхагаван даст возможность сделать это. Много раз он говорил, Бхагаван даст мне все, все, что есть. Никто не... Бхагаван поможет тебе. Иногда он гневался на каких-то брамачари и саньяси и говорил, на бенгале, на таком дакском наречии, что обезьяны заняты поиском бананов, а если да, даже обезьянам дать золото, какие-то хорошие украшения, то они не оценят. Если двухрупиевый банан дать, они будут очень счастливы. И вот так же многие заняты какими-то дешевыми вещами. Некоторым Индия надоедает, хотят куда-то в более приятную страну ехать. И вот наш Тривикра Махарадж говорил, И вот Тривикра Махарадж гневался и говорил на таких людей вот так, что мы не можем даже представить, какое великое сокровище ждет нас на пути Гауди Баджана. Но все же мы заняты какими-то дешевыми вещами. Time is not money. Time is paramartha.
Time is parama, paramartho. If each and every fraction of second, we'll have to be busy to collect the treasure given by Guru Bhagavan. All immense treasure. Those who have their eyes open, и вот эти, у кого есть глаза, они могут видеть все сокровища на пути Гауди Баджана. Даже Майавади в Варанаси и то. Есть в Индии два университета, Бенарасский хинду университет. И второй. Акхандананда, Майвадски. Какие-то гауди отправились туда и попросили этого ректора, может ли он организовать изучение Гауди Веданты. Этот ректор сказал, да, мы можем. Но кто слушать будет? С вашего всего Гауди Вайшнавского общества никто не приходит изучать веданту здесь, поэтому нужно найти профессора. Но кто слушать его будет, и поэтому Майваду преподаю более популярно. Но в то время как этот ректор сказал, что мы удивляемся, как сколько сокровищ на пути Гауди Баджана, никакая сампрадая ни в каком мире не может сравниться с вами. Бесконечное сокровище, оставленное Рупой Санатана Джива Госвами Падом. Но все же никто не заинтересован, все заняты политикой, как занять место Гурудева, отхватить кусок побольше, и вот этим, собственно, и заняты мы. Презираем такое поведение. Если совершать какое-то прекрасное служение, то многие вас заставят. Если заниматься какой-то ерундой, то будут везде приглашать, предлагать гирлянды и прочее. В матхе можно наблюдать. All the time he is considering himself, he cannot give honor. He can tease him. Oh, you are a great Vaishnava. Tease, Gurudev teasing the disciple. His disciple. Whereas giving to give honor to the in-charge, who is getting woman association, everything. Ну и в матхах, матхи превращаются в какие-то, как сказать, центры подъема денег у населения. И кто больше отнимает, тот более уважаем получается. Это, к сожалению, на духовном пути такое происходит. Тут какого-то настоятеля поймали на то, что отправил деньги в Бангладеш. Ну, в общем, в двух словах бардак везде. Нужно суть вещей видеть, отличать коммерцию от духовности. Hopeless condition prevailing all over the world in devotional field. I confirm it. I confirm it. Not that with fear I'm speaking. Oh, maybe somebody attacked. I don't fear. I confirm it. There is a situation. Follow. So. И вот они, Абхилаш, как может проявиться, никто не знает, в то время как Рупа Госвами Пад
высказал, whatever my activity is, whatever preaching, whatever I am doing, writing, everything, I can discuss this next week, sometime. All my activities, all my everything, world thinking is doing, preaching, but it is not getting the approval of Sarvagosa, then I am nothing. И вот если мы занимаемся какой-то проповедью, но эта проповедь не одобрена Сарвагосаем, то что толку? Можно обманывать людей, но Сарупа Госвами не одобрит такой проповеди. И вот мы думаем, что все есть, весь мир уважает кого-то. Но опять же нужно отличать пропаганду от проповеди и последствия того и другого. И вот они, Абхилаш, может проявиться различными способами в виде честности. Кто-то может выставлять себя как очень честным. Майя. Или в форме пунктуальности может прийти Анибхилаш. В форме Гуру Сева. В форме проповеди может прийти. Which way, when, how can come? You cannot get any answer or information. You cannot get any information without information. Can come and kill you. Can kill your spiritual life totally. When can come? Our Lokanath. Наш Локанат Госвами Пад. Золотое. В Гауде Локанат Госвами Пад. Его имя высечено золотыми буквами. Санатан Госвами сам выражает почтение Локанатху. Перед тем, как начать Хари Бхакти Виласа, можете ли вы представить, Санатан Госвами выражает почтение, прославляет Локанатха Госвами, в то время как никто не знает, кто он. Мы слышали, что он гуру Нароттама. Если вы спросите больше, то что? А почему? Поскольку Кришнадас Кавирас Госвами, когда он начал составлять читание Чайтамриту, он попросил его не упоминай мое имя здесь. Я падшая душа. Прабхутананда Сарасвати, он. Они просили не упоминать их имя. Но все же мы узнали о них, поскольку природа Пратишти слава, Вайшнава Пратишти, она приходит к тем, кто не хочет
И вот те, кто не хотят славы, слава она сама приходит к ним. Как Мадхавинда Пурипад. С утра он боялся, что люди придут и узнают, что Гопинатх, он ворует кир для меня. Все будут выражать почтение мне, поэтому лучше я с утра пораньше уйду из этого места. Но Гопинатх ворует кир. Великий преданный, но он не может спастись, поскольку это желание Бхагавана. Бхагаван хочет дать ему почтение, что делать, но Шрила Прабхупад хотел. Нет, ты должен проповедовать, как я могу. Все придет, только Бхагаван хочет видеть ваши честные попытки, ничто еще, никакие качества. Все качества Бхагаван может дать за секунды, если мы честны и хотим по-настоящему служить Бхагавану. Кто-то жалуется, что нет денег на служение Бхагавану, но чистые саду не стремятся к деньгам, деньги стремятся к ним. Можно все посмотреть внимательно, порасследовать, что происходит, и увидите, что чистые саду не стремятся к деньгам никогда, но деньги, наоборот, стремятся к ним. И вот Мадхавинда Пурипад, он Jaina chahe tar hoy vidhata nirvito. Those who don't want, but the arrangement of Nityam Bhagavan, where you can go? No? If Bhagavan want, you are. Kolama said, no, I don't like to sit in the chair of, am I, you know, king? I can. No? Как Прахлад Махарадж, Дхрува Махарадж, они не хотели занимать пост царя, но Бхагаван сказал, что нужно, это мое желание. Юдхиштхир Махарадж также не хотел. И все было сделано по желанию Кришны, не по его желанию. Он делал все для удовлетворения Кришны. Если Кришна хочет, чтобы я был царем, я буду. Он никогда не отказывался от воли Кришны. И каково желание Гуру Вайшнав и Бхагавана, оно должно быть нашим желанием. И вот Лакханат Госвами, он сам Бхагаван выражал ему почтение. И вот он родился в Джашоре, в одном месте. Джашор — это очень такая плодородная земля, в смысле, что много из нашей Гурваги, они с того места, с Джашора и окрестности. Мать Сита Деви звали. Отец был прекрасно предан. И вот он родился там с детства. Он были видны признаки необычной личности. Даже он не заинтересован в том, чтобы заканчивать свое образование. И вот все проблемы могут закончиться, бесконечные проблемы в мире
они могут закончиться, когда мы разовьем огромную любовь к Бхагавану. Когда мы почувствуем чувство разлуки, Бхагавану, то тогда все проблемы решатся. Surrounded with countless problem and can never find, never can find one single solution because we don't need Bhagavan. We don't need Bhagavan. We need something else. We need from Bhagavan. We don't need Bhagavan, but we need something from Bhagavan. Можно видеть, что люди Бхагавана не хотят, а хотят получить что-то от Бхагавана, какие-то потребности закрыть. Но обрести Бхагавана у них желания нет, и поэтому и не обретают. И таков их баджан. И вот он родился в Джашуре. И после этого он почувствовал какую-то боль. Вечный спутник Бхагавана, как и где, кто может остановить его. Он убежал из дома. Он хотел встретить Гурангу Махапрабху, поскольку понял, что Гурангу, он Верховный Господь, я должен встретиться с ним. И вот он отправился, ничего никому не говоря, и пришел в Навадвипдхаму, чтобы встретиться с Гурангой. И когда он встретился с ним, поклонился, обнял его за стопы. Гуранга тоже поднял его и обнял его. И вот они говорили, но не столь долго, поскольку Гуранга Махапрабху собирался оставить дом, поэтому не смог посвятить ему достаточно времени, просто сказал, чтобы тот шел во Вриндаван. Локона сказал, я только пришел встретиться с Бхагаваном, он хочет обмануть меня, отправляет в какой-то Вриндаван. Я там пришел к самому Бхагавану, какой смысл идти во Вриндаван, но все же. И вот он начал плакать и понял, что Бхагаван собирается оставить дом, и поэтому саньяси, кто такой саньяси, никто не знает, где этот саньяси, и это шанс. Ну, я не знаю, как я могу отправиться во Вриндаван. Он начал плакать, как сумасшедший. И Гуранга понял и благословил его, что я встречу тебя там, во Вриндаване. Поэтому не беспокойся, иди и жди. И так или иначе, он не хотел уходить, но это указание Бхагавана. Но наше сердце должно быть в гармонии с желанием Бхагавана. И даже Бхагаван не позволяет мне находиться здесь даже неделю, отправляет во Вриндаван. И вот с тяжелым сердцем он пошел во Вриндаван. Если... И вот он решил по дороге зайти во все остальные места, чтобы утешить свое горящее сердце. Он пошел посетить Варанаси и все остальные святые места. И в итоге он услышал, что Гуранга, наш Гуранга Махапрабху, после принятия саньяса, он пришел в Нилачал. И тем временем он узнал, что Махапрабху уже ушел в Южную Индию. Куда в Южную Индию? Южная Индия. Большая область, где его там найти? Хорошо, давай попробуем.
вот начал искать его, Махапрабху, у него большие ноги, он быстро ходит. If I run, feel I cannot catch Bhagavan. Well, Loknath can get again into situation. One thing I forget, he had very lovely забыл, что у Махапрабху были прекрасные отношения, или у кого-то прекрасные отношения с Адвайта Гасаем. Мы можем сказать, он спутник Адвайта Гасая. Это тоже правильно. И в итоге он начал ходить искать. И услышал, что Махапрабху вернулся в Пури. И вот Махапрабху пришел к нему во сне и сказал идти во Вриндаван. И он вынужден был отправиться во Вриндаван из Вриндавана. Когда он отправился во Вриндаван, и вот второй, и вот, в общем, решил пройтись по всем святым местам. Пришел, услышал, что Махапрабху во Вриндаване, пришел во Вриндаван, но к тому моменту Махапрабху отправился в Аллахабад. Тот пошел в Аллахабад, и во сне Махапрабху сказал, что иди во Вриндаван. И вот он пошел во Вриндаван все же. И вот Локнат Госвами, он пример вайраги, отречения. Он начал во Вриндаване в разных местах. И вот он ходил по Вриндавану, и тем временем во сне Бхагаван явился и дал наставление, что там Кишори Кунда и Югал Кунда, ты можешь находиться там. И он принял решение жить в Кадирване. Много раз я ходил. И Кадирван, я Кайра. И вот все в Раджавасе они называют, не любят длинные имена, поэтому сокращают. Кришна не могут говорить, говорят Кана. Кадирван как появился, когда Агасу пришел, чтобы проглотить всех телят. Телята пришли туда, думают, хорошее место, пещера какая-то, но вот когда наступили, пытались зайти в эту пещеру, там язык был этого демона, но подумали, какая хорошая дорога тут. И вот Бхагаван в итоге пришел, и эти все пастушки были проглочены Агасом. И эти пастушки начали кричать вот так, «Кайро, кайро!» Что нас сожрут, сожрут, проглотят. И вот, ну, вот так начали кричать. И таким образом назвали это место, где Локнат Госвами начал совершать баджан под деревом. Не в каком-то баджан-кути, в Раджавасе говорят, «Баба, мы можем построить баджан-кути для вас». Тот сказал, «Нет, мне этого хватает». И
Goswami also. When our Sanatana Goswami wanted to chide him, hey, you must stay under a bhajan kuti. Today I have seen tiger drinking water, you are sitting here. I cannot tell you, you must stay inside bhajan, you know, bhajan kuti. How I can allow you? From then, our Das Goswami was bound to accept one bhajan kuti. This way Lokanath known. Finally, he wanted to serve Bhagavan. И вот он в итоге захотел служить Бхагавану, и один прекрасный, кто-то пришел, принес какое-то божество, тот взял, что это? Это Рада Винод Бихари был или кто-то такой? Он посмотрел, кто принес эти божества, хотел спросить что-то, тот исчез. Why coming? You are because Bhagavan could realize he like to serve me. Поскольку Бхагаван понял, что он хочет служить мне, и он пришел в форме божеств. Oh, you take this one and serve him. И сказал: вот бери и служи. Okay. After watching the deity, looking up and find the boy's vans. И вот он. Посмотрел на божество и хотел посмотреть, кто принес ее, его уже не было. Начал искать и услышал, кто же может дать тебе этих божеств. Я сам дал тебе их. Поэтому бери и служи. И вот. И вот он носил их на шее, вот завернутыми в ткань. Такой храм у него был, и Раджавачи начали говорить ему, что нужно какой-то храм построить. И таким образом всю жизнь он совершал баджан. И Наутам Такур пришел раз. Seva of Bhagavan from heart, like the eyeball, used to serve all the time. Bhagavan speaking, deity speaking. I'm very hungry. You are not giving me anything. Oh, you are hungry. He started studying stair. He started cooking something immediately. So Bhagavan can talk with you. Вот Бхагаван, нельзя сказать, что он какой-то идол. Если мы искренне, то Бхагаван может говорить с нами. И в итоге, я кратко расскажу оставшееся. И вот Нарутам Такур, ему было дано указание во сне, что твой гуру Локанатх, Нарутам Такур. Я детально не говорю, но все же, как Нарутам Такур принял прибежище лотосных стоп Локанатха. В этом история в Кадирване. О, ты сын царя. Please, you give me accept. No, I am not giving diksha. Not giving. Countless requests failed. He is not giving. No. И вот, несмотря на многие просьбы, дикшу он так и не давал, и в итоге он принял решение служить Гурудеву, поскольку люди слышат сейчас процедуры дикши, как раз начало. Люди ищут гуру помоднее, получают посвящение у него, так называемое. Но в то время другая система была правильная. Рупа Госвами Варсамрита Синту
пишет процедуру баджана. Сначала гуру подошрой. Сначала вопрос принятия прибежища у гуру возникает, а уж потом получать мантру и учение. Но сейчас наоборот, сначала смотрит какого-то модного гуру, что у него там 100 тысяч учеников, и сколько учеников, там 5 тысяч или 10 или еще больше, но смотрит гуру по количеству учеников, а оценивают они по его духовному уровню. Но, к сожалению, сейчас все стандарты очень сильно опустились. Very early in the morning, going to for, you know, for bathroom. Вот Локананд Госвами утром ходил в туалет в поле, и однажды увидел, все, кто-то начал убираться. Убираться там, кто это? Every day coming, morning time, dessert, the place is very good. Somebody giving some mud. With water, so that I can do some mud wash of hand. Who is cleaning? Who that man is? You don't understand? Okay. Today I can watch very carefully. Okay. After now the day he wanted to test, he's going to go everything bathroom everything, and after that going to hide himself behind a tree, a big tree. Nautapu Thakur told Gurudev gone. But Gurudev not gone, watching. Under a tree is in a guy. He saying one very nice boy. Prince is going to clean that boy who have brought me. Clean the place. И вот он однажды увидел, что спрятался, что народ там этим занимается. Он хотел как-то настолько хотел получить дикшу, что был готов делать все, что угодно для Локанатха, своего гуру. И вот он, Локанатха, увидел его, сказал: «Стой, кто ты?» И тогда он увидел, что это сын царя, Нарутам. И он вынужден был принять его. Он дал ему мантру. И вот однажды в их этот Баджан-кутир какой-то нищий пришел, народ там так вот дал ему лепешку, народ там этот Локанат заметил, сказал: «Уходи прочь отсюда». Почему? Не сказал почему. Манера загадка на голоде и говорит, что ты принц, сын царя, для тебя такая жизнь в отречении, в нищенстве невозможна, поэтому давай собирайся и уходи прямо сейчас. В чем проблема была? В чем ошибка? То он дал пару чапати этому нищему. Но мы сами нищие. Живем тут на подаяние. А у тебя такой апрабхиман дающий остался. Поэтому давай собирайся и вали отсюда. И поэтому Локанатха внешне выгнал народ там за такое поведение, а внутри благословил, чтобы проповедь началась. И at the bank of Padma, Padma Nadi,
Gauranga Mahaprabhu started shouting, Ramkeli Gram, Ramkeli village, when going to meet with them. Narottam, Narottam, Narottam. Devotee is speaking very shortly, we can understand. Who is this Narottam? Somebody told Narottam means Naro Uttam. My name is King. Mahaprabhu calling to King. Narottam, one another name in Bengali Sanskrit, there's synonym. Вот однажды кто-то там на берегу реки звал народ там. Кто такой народ там? Народ там лучший из людей или царь. Но почему тот звал, произносил имя народ там еще до того, как тот родился? И вот так. Внешне Гурудев выгнал Нароттама, но внутри благословил. И тот пошел учиться у Джива Госвамипада. Нароттам Тхакур, Шринивас Ачарья, Шивананда, они вместе все учились у Джива Госвами. И потом, вы знаете, что произошло? Джива Госвамипад хотел проповедовать на основании всех книг Госвами. Вот они собрали все эти книги в бычью повязку, упряжку, поместили все эти книги в ящики жестяные и поехали проповедовать. Ну, там это, книги украли, это другая история. И вот тот самый Нароттам Тхакур, он отправился проповедовать в восточную часть Бенгала. В Бакуре, Пашчим, и в той области, это с чем она, да, Арису, то вот граница с Арисой, в той области. И результат проповеди на вот там так до сегодняшнего дня мы можем наблюдать. Все преданные с Манипура, они помнят. И вот можно видеть множество преданных, царь Манипура тоже преданный. Все это произошло благодаря Нароттаму Тхакуру. Они не понимают бенгали или хинди. Манипурский язык только понимают свой. Но Нароттам Тхакуру говорил на бенгали, пел точнее. Но все же все эти люди вокруг, они плакали, даже птицы и животные, они и то плакали, когда слышали, как поет народ там. Anyway, today I am going to stop here. Due to shortage of time, I have to distribute Jagannath Prasadam also. And after that, Bengali center also I will give. Anyway, and Harikatha there. Jeva maishe kito sughidartha jane shudeham tarvartikeshu gehe sujayatmo jarati matsu no priti Yes. Catch it. I don't know.